Парк Подрезково – любимое место для прогулок жителей всего микрорайона. Но приятному времяпрепровождению мешает одна проблема. Чтобы попасть домой после прогулки в парке, жителям Подрезково необходимо пересечь эту улицу. К сожалению, сейчас данный участок дороги крайне опасен, поскольку вы видите, здесь припарковано очень много машин, и они загораживают обзор для водителя. Именно поэтому жители Подрезково обратились к властям с просьбой сделать здесь пешеходный переход. Эта семья гуляет здесь каждый день. Семилетняя дочь правила дорожного движения знает, но родители все равно опасаются за ее безопасность. Мы обратились с такой проблемой, что, вот, к сожалению, здесь не хватает пешеходного перехода. На что отреагировали очень быстро. Спасибо большое. Да, вот вы можете сами видеть, здесь машины припаркованы, достаточно большое движение. Микрорайон растет, машин все больше и больше, и поэтому необходимость такого перехода, она актуальна. Обратились в территориальное управление, после чего просьбу передали главе округа Дмитрию Волошину. Для появления нового перехода потребовалось всего неделя. С данным вопросом я уже обратился лично к главе, и в кратчайшие сроки он решен. В настоящее время установлены дорожные знаки, которые обозначают уже этот пешеходный переход. В дальнейшем будет нанесена разметка и искусственные дорожные неровности, которые будут предотвращать превышение скорости автомобилями. На момент съемки дорожники уже начали наносить разметку. За выходные все работы завершили.